Всем привет! Привет! Ну что, сегодня у нас вторая серия спустя огромный перерыв времени. И сегодня у нас обзор, сравнение еды. Как вы поняли по небольшому вступлению, то сегодня у нас киндеры, много киндеров, 6 штук. Все это мы должны как-то съесть. Я думаю, будет тяжко. Я думаю, нет. Нет? Оно все маленькое, мы съедим очень быстро. Как видите, мы запаслись кофе, поэтому будет вкусно. Если ты еще не сделал чай или кофе, то присоединяйся к нам. Да, едой запасись обязательно. Обязательно, потому что будет сильно аппетитно. Очень. Поехали! Сегодня мы начнем с... Есть у нас Kinder Bueno, Kinder Pingui, молочный бутерброд, как-то так это называется. Молочный ломтик, точнее. Молочный ломтик. Maxi King и... Kinder Country. Это со злаками. Со злаками, который маленький батончик. Вот его мы съедим вообще без проблем. Итак, Kinder Bueno мы взяли с белым шоколадом и с молочный с орехами лесными. Какой будем первый пробовать? Белый. Белый. Ну, я хочу белый. Ладно. Так. Оу. Каждый батончик запечатанный в ну, не фольгу, а в целлофан. Ну, в пакетике. Легким движением здесь мы можем взять... Опа! Оборвать и... понюхать. Пахнет. Все составы всех батончиков, которые у нас сегодня есть, вы увидите, будет высвечиваться. Самое главное, на что мы обращаем внимание, это сахар. Сахар здесь в бешеных количествах. В этом, в Kinder Bueno, сколько у тебя? У меня 43,9. У тебя? У меня, там где молочный шоколад и орехи лесные, 41,2. Но здесь то же самое, лесные... Это на 100 грамм, да. 40 грамм. А тут то же самое, лесные орехи и белый шоколад, но белый шоколад всегда считается слаще, поэтому и получается 43,9. Неплохо. Вкусно. Да, и будем приступать. Так, попробуем пополам. Да. Чтобы мы сегодня не объелись, иначе завтра у меня тут повылазит куча неприятностей. Так, это можно сразу... Давай, пробуй. Приятный. Сладкий, понятное дело. Вкусно. Такой приятный вкус. Мягкий, приятный вкус. Еще крем вкусный внутри, да? Он такой легкий, при этом нежный, ну, вкусненько. Да. Но... По ощущению вроде как, но это первый батончик, не есть сильно еще, сладко. Есть еще присыпка тут. Шоколадная. Шоколадная стружка. Ничего так. Угу. Первый батончик еще не сильно сладкий. По пятибалльной системе даю 5. Вообще нет никаких вопросов. Ну, 4. И тут еще маленький нюанс. Я сладкоежка, Аня не настолько. Она ест сладко, но в меньших порциях, да. И... меньше фанатеет от этого, поэтому тоже для вас хорошо, что здесь два разных человека. Разные мнения. Она менее сладкое любит, я более. Поэтому, если ты сладкоежка, слушай меня. Если ты любишь и сладкое, и солененькое, то слушай меня. Ну, почему 4? Он вкусный, но нет такого вау-эффекта, чтобы я бы еще хотела его съесть. Почему еще кофе сделали? Надо это дело как-то запивать, потому что вот я сейчас съел одну пол палочки. Не кисло так долбит, да. Сахарок. Итак, мы подумали, надо поставить стакан воды здесь, чтобы немножко обнулить рецепторы от одного батончика к другому. Сейчас это сделаем. Ну что, кофе не сильно в этом помогает. С кофе хорошо это все делать, кушать. Но обнулить надо водой. Ай, всему учить надо. Ладно. Давай. Теперь у нас обычный шоколад, не белый. Как будет с ним? Я думаю, если тот был такой сильно сладкий, потому что белый шоколад всегда слаще, этот будет немножко такой, менее. Это, наверное, будет вообще чуточку, может быть, даже лучше. Сейчас узнаем. Пусть я тому дам 4,5, наверное, этому дам 5. Но сейчас мы узнаем. Сейчас мы это все узнаем. 5. Опа. Так, у нас точно такой же здесь целлофан. Но, я так вижу, здесь он тут полностью... Тут нету присыпки. Да, стружки. И он полностью покрыт шоколадом. Черным. Молочный. Молочный шоколад полностью, но облитый. Сейчас я распакую. Надо распаковать. Такая же самая система. Удобно. Ну да. Удобно. Не запачкаешься, ты берешь. Кстати, почему удобно? Здесь берешься пальцами, и ты чист. Да. Потом вот так. Батончик чист. Потом вот так подтянул. То же самое. Ладно. Еще удобно его кинуть с собой в сумочку и идти куда-то там. Понятно. Это не твой вариант. Вот так он выглядит. Вот такая у него структура. Сам он молочный, но полит черным шоколадом, нет? Ну, вроде как да. Сейчас уточним. Давай, ломаем пополам. Держим. Много сладкого вредно. Это подготовка. Ну, этот действительно пахнет шоколадом. Вафля шоколадная. Просто как вафля. Ну, когда нюхаешь его, слюнки текут. Не. Да. Лучше. Мне тоже так кажется. Этот лучше. Он более насыщенный, что ли? Может. А может еще потому, что он весь шоколадный. В сравнении с белым этот лучше, но оба хороши. Ну я вот съела... Плохо не скажу вообще. Перенасыщенности, прям явно перенасыщенности нету. Ну я вот съела один этот квадратик, и я уже наелась, мне бы хватило. Не. Я бы наелся. Мне бы хватило... одной такой палочки в салфане и все. Вот так на чашечку кофе максимум одна. Две много. Нет, две много. Это наш вариант. Два батончика на одна, ну, на двоих. Один батончик на двоих. Да. Вот это наш вариант. Чтобы и кофе попил, и не переел. Да, в принципе. Но вот все равно, ну, мне было много. Даже вот этой вот половинки. Я бы съела чуть меньше. Не. Ты представляешь, сколько в мире сладкоежек? Таких, как ты, много. Ну, вообще-то, как бы. И теперь у нас остаются Kinder Pingui. Я помню, мы когда-то его ели, он был офигенный. Да, вот помню. Для него нам понадобится ножик, он уже рядом. Потом молочная... Молочный ломтик, если в переводе. Да. Я так вижу, получается, пингвик это чисто в шоколаде по большей степени, канапка, ну, ломтик это с дополнением меда, и у нас еще есть Maxi King. Ну и злаки, там еще злаки есть какие-то. Да, и у нас еще есть Maxi King, я вижу там карамель. Ну и он служит немножко как что-то среднее между мороженым и пирожным. Это батончики или как пирожное, да? Ну. Не знаю, сейчас узнаем. А вы вместе с нами. Так, у нас здесь сочный бисквит с хрустящим шоколадом и сочной начинкой. Сейчас узнаем. Система такая же самая. Лента разрывная. И здесь у нас как глазурованный сыр. Да, вот, именно. Вот такой. Я и хотела сказать. Такой. Мы достали 2 часа назад с холодильника, и он успел так слегка подтаять. Сейчас мы тут порежем. Опа. А, не получится, немножко меньше. Ну, да, она и довольна будет, что она чуть меньше. Пожалуйста. Спасибо. Вот так он выглядит внутри. Знаешь, что напоминает по запаху? Я когда-то делала глазированные сырки. Именно это сырок в шоколаде. Вот по запаху очень похоже. Ладно. Ой. Очень мягкий. Ну, молочный шоколад здесь такой, слышно, темный. Да. Есть такое. Вкусно. Вот эта начинка белая. Молочная, да? Молочная, вкусная. В целом, ну, этой штуке я дам 3 плюс, 4 меня, ладно, 4 с минусом. Не мое. Не совсем мое. Я 5 дам. Потому что оно, может, не такое сладкое, не такое интересное. А сколько сахара, кстати? Тут у нас 33. О! И мы, кстати, я так заметила, забыли дать оценку прошлому батончику. Белый Bueno я даю 4,5. Черный Bueno я даю 5. А здесь я даю 4 с минусом. Вкусно, но не до конца. Ну, я там даю 2 четверки и тут 5. Не, неплохо, неплохо, неплохо. На данный момент это тот батончик, который я бы еще съела. Сейчас пока это съедим, можно идти на боковую уже. Здесь больше всего калорий, 135. Здесь 135. Я на них не смотрю вообще. Я тоже, ну просто для общего сведения. Тут удобно, кстати, то, что написано все. Не кисло, сахарная штука, это вся набивает. Угу. Правда, кратковременно. Углеводы. О, мы на рекорд идем, у нас тут сахара. Здесь сахара будет 29,5. Меньше, меньше. А тут было, не помнишь, сколько? 33. Ладно, давай раскроем. И на этом же пакетике разрежем. Бах. Бах. Текс. Ну, здравствуйте, пациент. Что у вас болит? Где вас кушать? Да? Давайте я посмотрю. Опа. Тоже видим. Этот лучше, мягче еще. Тоже видим молочную начинку, как и было в предыдущем. Но здесь еще, как мы смотрели, есть и капля меда. Ой, пахнет круто. Да, пахнет вкусно. Вот так он выглядит. Очень ароматный бисквит. Ну, как мы читали в составе, есть мед. Капелька меда. Мед не слышу, но то, что он вкусный, слышу. 5 с плюсом. Да, вообще, 5 согласна. С плюсом. Вдвоем 5 с плюсом даем. Ну, если не ошибаюсь, у тебя ценники не остались? Остались. Мне кажется, он был самый дорогой. Вот этот Супер Кинг и молочный... Как ломтик. Он? Молочный ломтик, он был самый дорогой. В конце узнаем, посмотрим. И сделаем по рейтингу, что было самое дешевое, что было самое дорогое. Наши оценки и цена. Мы цены сейчас не помним вообще. Хороший, хороший. Я бы такую, конечно, штуку ел, но не смогу. Каждый день ее есть. И что у нас остается? Один такой интересный, а второй вообще мелкий. Я не знаю, что там пробовать. Ну ладно. Но я так посмотрела заранее. Самый мелкий, вот этот вот, он самый сладкий, потому что здесь 49 сахара. 49 из 100 грамм! Да. Короче, вот эта вот половина, это просто сахар. Да. Офигеть, я в шоке. Ладно, давай, погнали. Вщу, вщу. Блин, мастерски не получилось. Воу-воу-воу-воу, вот такое вот оно. Здесь палочки не хватает, да? Чтобы есть как мороженка. Ну, аппетитно, аппетитно. Где наш супер Икея нож? Ну, давай. Есть начинка. Вот такая вот. Если нюхать, если лизнуть только ее. Лизнуть. Что-то знакомое. Очень сильно запах орехов. Да. Ну, их тут и много, просто посмотрите. Напоминает какую-то вафельку, да? Ну, как сказать. Вкусно. Ну-ну, что-то не то. Сладко. Внутренняя часть, это вся белая, подобно на ту, как было в предыдущем. Двух. Угу. Ну, как-то не так. Ну, скажу с уверенностью, предыдущий был вкуснее. Да. Тут? Этот брать... Не особо та история. Он дорогой был. Я точно помню, он очень дорогой. Он немножко, если ты заметил, вот когда ты его кусаешь, он как будто тянется, как резиновый, не знаю. Да, что-то где-то тянется. Короче, что-то тянется, что-то пахнет. Короче, этот на последнее место откатывается. Пока нам. Ну, вот видишь, тут есть какая-то вафля под слоем. Может быть, видно на камеру, не знаю. Под всеми этими орешками видно... какую-то вафлю. Батончик весит 35 грамм. На эти 35 грамм 182 килокалории. Больше всего. Да. По вкусу оценка. Оценка... 3. Просто 3. Как хорошо. Кофе закончится скоро. Остался один. Вот это вот малютка, но в ней больше всего сахара. Едем дальше. У меня уже руки жирноватые от сладкого. И уже и раскрывать скоро не смогу. И скоро склеится в одном месте от сладкого. Фейк. Тут можно не резать. Тут можно и поломать. Такой он с обратной стороны. Это злаки. Нет. Опа, легко поломался, вообще легко. Много хрустящих вот этих штук. Когда-то был гриляж или что-то такое. Вот наподобие гриляжа, только без глазури, политый шоколадом. Воздушный рис, да. Воздушный рис. Вкусно. Но я так вижу еще здесь, ну, и по вкусу, и по виду, вот когда мы берем яйцо киндер, и вот этот вот молочный шоколад и с обратной стороны белый, вот сильно похож, только здесь еще добавлен рис этот. Короче, даю 4. Злаки не слышу, рис пористый слышу конкретно. Злаки это же есть рис. Ладно, оно очень быстро тает, просто капец. И капец какое сладкое. Да. Если что, я его не знаю. А, так ты поставил 4, да? Я 4. Да мне сильно сладко, вот реально сильно сладко. Мне сладко. Тебе вообще, по идее. А у меня 3 ряда кубиков, у тебя 2. Ну, я 3, наверное, поставлю. Как бы вкусно, очень вкусно, но сильно сладко. Если бы мы пришли в магазин, я бы такой не купила. В общем, да. Вот эта штука, гляньте, как быстро тает. Просто капец. Сладющая, пересладющая. Хорошо, что она в самом конце была. После сладкого хоть со соленого, потому что слишком сладкое было. Через чего? Не знаю, мне всегда после сладкого соленого хочется. Сыра или чего-то такого. Интересно. Да. Все пальцы в шоколаде в итоге. В целом, вся эта порция вышла очень вкусной. Я наелся. Я реально наелся. Да, не я. Фух, это было не совсем легко. Я не знаю, насколько это видео вытянет. Поставь в комментариях, как тебе такая разновидность серии, делать что-то подобное или не делать. Есть еще много-много идей. Будут. То, что сегодня было такое сладкое, это не означает, что у нас всегда так будет. Будет много рецептов, вкусных рецептов, ПП-рецептов. Ближайшее, что мы планируем, может быть, пряники под новогоднюю тему. Да, мы хотим сделать пряники, но мы хотим сравнить, есть, как вы видели в магазинах, смеси пряничные, что просто это делаешь тесто с него и готовишь пряники. И мы хотим сравнить свои пряники. Если тебе эта идея понравилась, напиши в комментарии. А если еще что-то ты придумал, что-то ты бы хотел увидеть. Может быть, какой-то рецепт тебе интересен. Да. Либо какая-то еда, какое-то сравнение, то мы с радостью попробуем. Да, мы примем вызов. Ставь комментарий, ставь лайк. Не забудь подписаться, вот так, там, поставь колокольчик. Да. Можешь посмотреть предыдущую серию, выскочите вверху. И все, будем прощаться. До скорых встреч и пока-пока-пока. Было вкусно, но много. Я уж это вообще как-то, знаешь, так наелся.